Представляю вам телефонный аппарат ВЭФ ТА-12. Один из последних телефонов, выпущенных заводом ВЭФ перед развалом Советского Союза. И ему повезло. Он стал основой для телефонов с автоопределением номера. После развала Советского Союза очень многие умельцы занялись тем, что выкидывали из него начинку и вставляли плату, процессорную плату, которая изображала из себя и телефонный аппарат, и определитель номера. Вот именно такой вариант я вам представляю. Вместо шильдика ВЭФ здесь прорезано окошко, и вставлены циферки вот такие вот под красным светофильтром. Телефонный аппарат имеет цифровой номеронабиратель, кнопку сброса, кнопку повтора номера. Также есть вот такая полочка, выдвигается. Здесь крепится листочек, записывать телефоны можно. Внизу вот такой вот шильдик ВЭФовского завода. И на двух языках сделано в СССР. Видите, как сделан механизм для записной книжечки. Вот такой вот телефончик.